Друзья, всем привет! Компания «Акваградус». И в данном видео мы поговорим о медном оборудовании, о медных шлемах, медных конусных царгах, как правильно выбрать, для чего они нужны и какой именно вариант подойдет именно вам. Шлем называют еще вискарным для получения напитки по принципу виски. Неважно, виски это бурбон или кальвадос. По сути, мы собираем прямоточный дистиллятор а-ля аламбик. Это классическая форма аппарата для дистилляции, для получения классических напитков. Кальвадос, виски, бурбон. Форма и размер шлема уже обуславливает то, какой по органолептике и по чистоте напиток мы хотим получить. Также объем шлема, он привязан к объему бака и к желаемой скорости перегонки. И давайте об этом поговорим подробнее. На момент выхода данного видео на сайте Акваградуса присутствует вот такая вот номенклатура вискарных шлемов. Как вы видите, они разного объема, разной формы, и оптимально можно выбрать именно подходящий шлем для вас. Давайте возьмем, допустим, на примере шлема на 7,5 литров. Они очень похожи по своему назначению, они абсолютно одинаковые. Вопрос только в трудоемкости изготовления и, соответственно, в стоимости. Данные шлемы на 7,5 литров и предназначены для баков объемов до 100 литров. На данных шлемах у нас есть аппарат, называется Cuprum Whisky. Можно выбрать его с баком на 35 литров или на 50, и он является оптимальным для использования именно на данном объеме. Форма шлема сделана таким образом, что с одной стороны есть более резкое расширение, а с другой стороны более плавное. И очень часто задают вопрос, а как же все-таки его правильно ставить? Вот так вот или вот так вот? И давайте рассмотрим принцип действия вискарного шлема, что он дает на примере 7,5 литрового шлема. А после рассмотрения принципа работы шлема самой собой вытечет, какую же царгу оптимально использовать именно для вашего случая. Итак, шлем. Если мы его устанавливаем на наш аппарат следующим образом, то что происходит? Пары, которые испаряются с куба, концентрируются в горловине, и происходит резкий выброс их непосредственно в шлеме. Происходит расширение, соответственно, уменьшение температуры, соответственно, большая конденсация на стенках. И благодаря свойству разрежения внутри шлема у нас создается дефлегмация, у нас создается контакт разреженного и охлажденного пара со стенками шлема, и происходит естественное ощущение. А далее пар идет на сужение, и происходит укрепление. И вот именно в таком виде шлем желательно ставить на вторую перегонку, а вопрос уже очищения и укрепления уже идет в зависимости от использования длины царги. То есть если мы используем царгу небольшой высоты, то и укрепление будет меньшим, чем, допустим, мы поставим царгу более высокую, пар будет идти, охлаждаясь и контактируя с медью, будет дополнительная воздушная дефлегмация, мы получим крепость на 1-2 градуса больше при той же скорости отбора, и, соответственно, будет напиток более очищенный. Поэтому, выбирая сам шлем и размер царги, мы можем для себя определить, что мы хотим вот в таком виде напиток помесистее, поароматнее, или с вариантом царги высокой напиток менее такой мясистый, менее, можно сказать, грязный, но зато более очищенный. Вариант установки шлема таким образом я предлагаю использовать на первой перегонке. Тут важное значение имеет брызговый нос, чтобы перегнать брагу как можно с меньшим выбросом пены. Хотя скажу честно от себя, что я перегонял и в таком виде, и в таком, и совсем не заметил разницу, сколько бы я не дегустировал. Также у нас на сайте представлен вот такой вот шлем. Он полный аналог шлема с более плавной
стенкой, но он более недорогой в изготовлении, и его, используя его, также разницы я никакой не заметил. Напитки получаются абсолютно одинаковые, поэтому вопрос эстетического и визуального выбора стоит за вами. Более доступный вариант, более дорогой вариант. Также у нас на сайте есть возможность выбора вот таких вот шлемов. Данный шлем на 17 литров, данный шлем на 33 литра. Когда же использовать шлемы большего объема? Шлемы большего объема используют, когда у нас емкость больше, и мы хотим или мы хотим получить большую скорость перегонки даже на более высокое разрежение паров при входе в шлем, большая площадь контакта меди, больший объем паровой зоны. Соответственно, регулируя скорость отбора больше-меньше, мы можем регулировать степень получения напитка более чистый, более мясистый и тому подобное. Я такие шлемы рекомендую все-таки использовать для кубов больше 100 литров, когда у нас перегоняются большие объемы сырца. Но, повторяю, если вы хотите использовать анабаки 30 и 50 литров, это ничуть не ограничивает применение данных шлемов. И шлем объемом 33 литра, он уже предназначен для тех, кто занимается более профессионально, большими объемами на больших пароводяных котлах, либо же на больших перегонных кубах. И в зависимости от того, какой у вас куб, можно по оптимальному соотношению размера куба и размера шлема выбрать именно подходящий для вас шлем и высоту царги. Друзья, у нас на канале есть уже много видео, где мы делаем разнообразные рецепты, используя те или иные шлемы и различный вариант царг. Можете их посмотреть и сделать для себя выводы. А кто уже имеет опыт, очень прошу написать в комментариях, какие вы используете шлемы, какие оптимально ставить для того или иного куба, какие оптимальные скорости перегонки и какой размер царги выбираете именно вы и вам больше нравится. А на этом все. Пишите свои комментарии под данным видео, с удовольствием их обсудим и поделимся своим опытом. Всем до следующих встреч!